Ульман погиб, как и большинство спартанцев. Мельник выжил и теперь возрождает охрану полиса с кресла-каталки. А Хан просто исчез. Как-то он сказал мне: «А что, если этот маленький черный — последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти? То, что черный вернулся и привел с собой своих, может, это и есть помилование мне, ордену и всем нам, забившимся в метро. Луч надежды в нашем беспросветном царстве». «Мы уйдем, Артем. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг». Черные ушли, но я знаю, что мы обязательно встретимся еще. Быть может, они действительно были посланы, чтобы нас спасти. Может быть, мы заслужили прощения. Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Твой папа победил врагов и спас метро. Папа был храбрый. Он был самый храбрый, потому что не боялся неизвестного. Мама, а куда делись черные? Они ушли, но обещали вернуться.